Все, ребята, всем салам алейкум. Выбрались на очередную рыбалочку. Сегодня попытаемся поймать сазана. Погода вроде сазанячая, волна. Рустам готовит рот-пот. Все, сейчас два карповых закинем. Дальше там шалям-балям крокодилы. И будем на фидер рыбачить. Карасика, подлещика ловить там. Всякую мелочевочку. Все, ребятки, смотрим, не переключаемся, ставим лайки, мы полетели. Так, ну. Будем пробовать забрасывать. Ну, туда, ну. Куда? Правее? Туда, ну. Здесь конкретная скоба. Я тебе говорю. Ну, алга, кеток. Я дальше сам разберись. Так? Ну да. Слышь, не пикай. Давай, братан, сам натягивай. Как он там? Конкретно дергало. Будет ли повторная такая акция? Неизвестно. Ай-яй-яй. Мощная была поклевочка. Но ничего нету. Поклевка страшная была. Вот цепляет. Цепляет конкретно дно. Сняли пенопласт. Червячок только остался.
ожидаем. Это Wildberries. Я прошлую уже заказывал, клубничная, нормальная была. А это что-то какая-то клейкая получилась. Чибуш какой-то идет, что ли? Ну, что-то борется. Ё-моё, камни цепляет. Или трава. О! Карасик, братан. Хороший карасик. О! Замечательный. О! Ну это чистый карась, это не буфало карась. О, первый есть. Ребятки, чисто червя. Да, можно, можно и садок в воду закинуть. Намана. На червячка? А у тебя двух-трехкрючковая, которая? Вот здесь вот где-то цепляет бровка. Какая-то бровочка есть. Все, ушла. Какие червя объели, а хлеб остался. Базара нет, они мочат. Как их уловят просто. Подлещ.
Не. Карасика. Отлично. На червя взял. Что-то идет. Подлещик, что ли? Или карасик? Карасики. Ну. Но. Что, нормальные такие? Стоять. Ну, хотел десантироваться. О, карасик. Стандартные там клюют все. На червячка. Жмакни один раз жестко. Ну хотя бы карасевич еще один вечерний. И хватит на этом. Что-то было. Ну
сейчас, когда с глубины тащишь, сильно не чувствуется, что что-то... А вот были конвульсии какие-то только что. Или сход. Или легко выходит наверх. Дернулся только что, походу, сошел по пути или нет. Не могу понять. Но в конце он уже начинается. А вот здесь трава. Ха-ха. Чепушня. Чихонь какая-то, короче, поклевала. Давай иди отсюда. Эй, тихо. Гуляй давай. Какая-то непонятка поклевала. Как будто полноценная была. О, блин, ты чё натурина? Прозевал, походу. Жесткая была поклевка. Жесткий чиба, да? Жесткий чебонтий. Чебоксарский чебак был. По пути где-то десантировался, наверное. В отказе, короче. Может, близко сюда кинуть, прям под берег куда-нибудь, как удочку. Вот здесь где-нибудь аккуратно. И клипсануть еще раз. Курут. Курут, как курут. Антонио Бандерас, Нуньес и Монос, Санчес Андреа, Санчес Андреа Спантос, Альберто Хуило. Тихо, тихо. Кино снимается. Окуня, походу. А близко нереально кидать. Да, далеко кидать. Стопудовый должен сидеть. Сиди, вроде кто-то. Попался какой-то нелюдь. Твои эти предположения, кто это? Чебак или подлещик или окунь. Ты понял? Вот этот овчарка. Чебак. Вот они там жестко орудуют сейчас. Я ему уже губу отрывал, походу. Иди давай. Заслужил. За достойную борьбу.
Непонятно, кто клюет сейчас у меня. И сидел кто-то уже там. Что за зверь? Под лесочек. Фанербек. Давай, иди. Натяжку не успел дать уже что-то. Окушок что ли какой-то. Рыбачмо. Иди отсюда. Какой-то боец был. Сошел, что ли? Не чувствуется сопротивление. А нет, кто-то сидит. Ничего себе ты, резвый подлещики. Вот они собрались, пылесосы тоже. Конечно, там столько хавки, столько гороха. Давай, иди отсюда. Это такой. Смотри,
Чиба какой. Нет, на червя. Уже кто-то один раз губу оторвал этому, короче, чебоксарику. Хотя, если ты уже один раз ушел, давай, счастливчик, плыви еще. Даем тебе еще один шанс. Опять чебак, что ли? О, карасик. Каратик подошел. А? На червячка. На червячочка. На червячочка. На червячочка. Остановись, остановись. Не шуми. Ё-моё, заглотил-то. Как этот. Как будто окунь. Давай тебя. Твои други заждались тут. В общем, собираемся домой. Покажу вам, что мы поймали на рыбалке с ночевкой. Я в шоке просто. Так. Вот это вот 5 карасиков. Где-то так же. 5 подлещиков. В общем, сами на нас ладошка. 5 карасиков, 5 подлещиков, также 2-3 плотвички. И все из-за чего? Из-за того, что у нас ставят сети. Из-за промысла, из-за браконьерства. Куда будет рыба, скажете вы? Рыбы не будет. Так что связывайтесь с этим браконьерством, ребята. Ловите на удочке, на спиннинге. Получайте удовольствие от этого. Ладно, поехали домой. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч.